Всем здравствуйте, меня зовут Маргарита Сергеева, урок номер 4. Нельзя начинать процесс восстановления сформированной, но утерянной речи с постановки звуков, подсаживая тем самым больного на зрительную опору артикуляции. Это замедлит процесс растормаживания речи. Постарайтесь не акцентировать внимание больного на артикуляции. Пусть больной произносит слова адресно, сопряженно вместе с вами, подключая слуховой анализатор. Постепенно будут появляться целые слова, и речь становится понятнее. Итак, продолжаем растормаживание речи. Медленно и четко начните произносить поговорку. Пусть больной продолжит ее вместе с вами. Нет худа без добра. Пасеньки и шапка. Дорога ложка к обеду. Семь бед, один ответ. Один в поле не воин. Свет не без добрых людей. Береги нос в большой мороз. Своя рубашка ближе к телу. Куда иголка, туда и нитка. Не зная броду, не суйся в воду. Не все коту масленица. Слово серебро, а молчание золото. Будет и на нашей улице праздник. Дело мастера боится. Своя ноша не тянет. Где тонко, там и рвется. Лес рубят, щепки летят. Соловья баснями не кормят. Дыма без огня не бывает. Копейка рубль бережет. Волков бояться, в лес не ходить. Язык до Киева доведет. На Бога надейся, а сам не плашай. Милые бронятся, только тешатся. Не в свои сани не садись. Что с возу упало, то пропало.